Итак, друзья, всем привет, это вторая часть прохождения The Elder Scrolls Skyrim на скрытом уровне по стелсу. Сейчас мы находимся на сюжетной миссии, которая привела нас в ветреный пик, которую нам дал темный маг. И нам нужно взять оттуда драконий камень. Так, в ближний бой я вступать, наверное, не буду. Попробуем мы пострелять с имперского лука. Меня заметили. И сейчас я по одному их поотстреливаю. Это разбойники. Которые просто передвинулись с места на место. Окей. Да, они убежали туда к воротам. И часовой, который стоял с луком, здесь тоже убежал туда к воротам. Пока меня не видно. Что это было? Можно выполнить. Ага. Как оно все косарило-то летит, а? О, есть. Теперь можно выбрать бритву. И благополучно его кильнуть. Посмотреть, что тут у него. Так, золото я возьму. Стальной кинжал, это все хорошо. Пошли лутать дальше. Навык стрельба из лука надо еще прокачивать, потому что это только начало игры, как бы, поэтому больших надежд на стрельбу из лука, конечно, возлагать нефиг. Но да и да ладно. Итак, заходим внутрь, в сам храм Ветреного Пика, где будем искать этот артефакт. Итак, что тут у нас есть? Бандит, золото, эль, стальной боевой топор. Хорошо. Так, начато задание «Золотой коготь». Ку-ку. И ты ку-ку. Вот это мне нравится. Вот это истинный стелс. Золото забираем. Железная стрела мне нах не надо. А вот отмычки. Это есть очень хорошо. Так, сундучок. Вольнем сундучок на уровне новичок. Больше тут мне ничего не надо. Окей, погнали дальше. Посмотрим, что тут у нас дальше. Так, тут никого. Злокрыс. Валяется труп. Хочется мне пойти исследовать все дальше.
Так, тут опять труп злокрыса. Нужно обращать внимание на детали, на эхо. Сильное зелье запаса сил. Это не может не радовать. Так. Ага. Вот, пожалуйста, бандит номер раз. И он тут один. И мы проводим сильную атаку. И он умирает. Но, если бы я его не завалил, можно было бы посмотреть, как его убила бы эта хрень. Итак, тут надо змея мне. Кручу, верчу, выставляю змею. По-моему. А здесь мне нужен и дельфинчик. Змея есть. Мне надо дельфин. Так, а где там крутить дельфина? Ага, змея, змея, дельфин, змея, змея, дельфин, окей. Попробуем. Угу, значит, наоборот. Змея, змея, дельфин. Да, получилось. Отличненько. Погнали дальше. Так, что тут у меня есть? Малый камень душ. Это надо обязательно взять. Орочий боевой молот. Зелье магии. Золото. И яд. Прочел я книгу только что вор. Сами видели, как она прочлась быстро. Так, а вот тут внизу. Тут внизу крысы, фух. Больше пока мест никого. Свиток, огненный шар. Слабый яд паралича. Так, давай я попробую сейчас на предметы нанести яд. Цель парализуется на 3 секунды. Использовать. Что я хочу? Либо слабый яд паралича, либо яд, который наносит 5% урона ядом. Давай пробуем слабый яд паралича. Вот. Хорошо. Никто не идет. Смерть твоя идет, чувак. Тут у нас тупик. И золотишко у скелетона. Ага. Так. Тут этот братан, по-моему, насколько я помню, в паутине заточен. Да. Он висит в паутине. И тут у нас паучиха. Парализованная. Ничего, ничего. Так. Окей. Что за херь? Хвост злокрыса. Нет, пожалуй, мне он не нужен. Это все крысы. Крысы, крысы. Яйца. И больше ничего. Итак, я нашел тут медведь, бабочка и сова. Медведь, бабочка и сова. Окей.
Поехали. Вперед за новыми приключениями, так сказать. Сохранюсь. Летучие мыши. Там у нас пустая гробница. А, и тут я буду махаться с крутым чуваком. И здесь я выучу как раз первый крик. Да. Изучено слово силы. И вот этот хер. Да ты что, да ты что. Крутой хер. Крутой хер какой меня завалил. Ладно. Предметы, оружие. Имперский лук. Буду валить его из лука. Сейчас изучу слово. И буду сваливать и валить его издалека из лука. Хер тебе. А хер тебе. Да ладно, ты и сюда ломишься. А мы вот так. А мы вот так. Это его сейчас было проглючило, что я не могу понять. Еще раз въебыч получил, еще раз. Что ты хотел, родной? Блять. Сваливаем, сваливаем. Вылазь. Сука, хотнул все-таки, пидор. Морозный хер. Так, зелье. Иди сюда. У тебя понты остались. Иди, иди, иди сюда. Последней стрелой. А нет, предпоследней. Фух. Это было неплохо. Драконий камень. Стрела. С этим дурачком, можно сказать, закончено. Чё по сундукам? Путевая звезда Меридии. 200 золота, крохотный камень душ. Обруч
ожерелье, двумерский молот. Новая рука коснулась знака. Слушай, чё за херь? Слушай меня и повинуйся. Да иди в жопу. Нечистая тень проникла в мой храм. Тьма, которую ты уничтожишь. Возврати мою путеводную звезду на гору Килклит. И я сделаю тебя чашей, несущей мой очищающий свет. Окей. Возвращать я пока ни хрена не стану. А просто пока пройду квестовое первое задание до конца. Чё по сундуку? Свиток проклятия нежити. А я хер его знаю, что это такое, ну. Когда я проходил самый первый Скайрим без всяких дополнений, тут такого не было. Итак. Окей. Полетели по заданию. Полетели в драконий предел. Отдадим нашему черному магу драконий камень. Прячу оружие. Говорят, стража рассвета возрождается. И жду ништяков. Интересно, какие он мне даст. Будет видно. Итак, я надеюсь, он не спит еще. Хотя, знаешь, все может быть. Нет, он не Видишь, спит. Терминология явно времен первой эры. Драконий камень. Выполнено задание. Он у тебя. Да, он Ты у меня. Из другого теста, чем все эти дуболомы, которых мне присылает Ярл. Что Поговори насчет моей награды? С Ярлом, или с его управителем Авиниччи. Наверняка кто-то из них тебе хорошо заплатит. Моя коллега будет рада увидеть твою находку. Это она обнаружила ее местоположение, но даже мне не говорит, каким образом. Выходит, твоя информация все-таки оказалась правдой. И нашему другу выпала честь добыть ее для нас. Значит, это из кургана на ветреном пике? Неплохо. Когда все расшифруете, пришлите Фарингар. Мне копию. Фарингар. Ты нам нужен. Неподалеку видели дракона. Ты там тоже понадобишься. Дракон? Так. Поразительно. Где этот хрен? Видели? Наверху, по-моему. На да. Бы... Ярл наверху. Сейчас пойду с ним по базарю за награду. Нужно избавиться от них. Не сейчас. Не сейчас. Пошли. Не сейчас. Да в смысле не сейчас? Ну давай подождем. Не сейчас. Итак, Айрилет мне сказала, что ты был в западной дозорной башне. Да, мой господин. Расскажи ему то, что ты говорил мне про дракона. А, ну да. Он летел с юга очень быстро. Не сейчас. Никогда не видел, чтобы... Так как это не сейчас? Слышишь, мне у тебя надо задание взять и награду получить, а ты говоришь не сейчас. Как не сейчас-то? Нет, господин. Когда я убежал оттуда, он летал над ней кругами. Никогда в жизни так быстро не бегал. Ой, я думал, он точно кинется со мной. Молодец, сынок. Дальше мы справимся сами. Ступай в казарму, поешь и отдохни немного. Ты это заслужил.
Айрилет, собери-ка стражников и приведи их сюда. Я уже приказала. Нет времени на церемонии, друг мой. Мне опять нужна твоя помощь. Не-не-не, до свидания. И помочь ей в битве с драконом. Тебе удалось пережить Хелген, так что у тебя больше опыта в этом деле, чем у других. Я не забыл, что тебе удалось добыть для Фаренгара драконий камень. На сегодня хватит. С моего благоволения я разрешаю тебе приобретать дома в городе и уже отдал соответствующее распоряжение о величии. Спасибо. Прими этот дар из моей личной оружейной. Отлично. Не подведи меня. Мне бы тоже стоило бить этого дракона. Я очень хочу эльфийские сапоги спасения Мороза. Нет. Вами обоими я рисковать не могу. Без тебя здесь не обойтись. Ищи способы, как нам защитить город от драконов. Так точно. И последнее, Айрилет. Я посылаю тебя не на смерть и не за славой. Мне надо знать, с чем мы имеем дело. Не тревожьтесь, господин. Я буду воплощением осторожности. Итак, друзья, это была вторая часть прохождения игрушки The Elder Scrolls Skyrim. Мы добрались уже до Ветреного Пика, взяли драконий камень и золотой драконий коготь, получили награду, и сейчас можно уже отправляться на поиски следующего основного задания. А на этом сегодня все. Спасибо, что смотрели. С вами был Антон. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Пока-пока.